Билеты раскупили еще за 3 недели до концерта дуэта «Параллели». К сольному выступлению специально оформили и сцену. На ней каждый предмет несет смысловую нагрузку. Эти цветушки означают деревья, так как у нас тема православная. Хотелось бы внести такой все-таки русские мотивы, русские даже, может быть, орнаменты. И, конечно же, навеять легким романтизмом, чтобы мы видим эти белые свисающие драпировки. Все как раз вот в таком каком-то сказочной атмосфере. Атмосфера камерности, единения с природой и Господом просматривается даже в костюмах дуэта «Параллель». Их наряды – плод совместного творчества. В роли дизайнеров Наталья и Елена. Вместе рисуют эскизы, ищут символику. Ну вот элементарно, да, две голубки, если вы присмотритесь. Ну, соответственно, «Параллель». Вот две голубки – олицетворение двух душ, которые соединились. В этот день Наталья Куприянова и Елена Малова волнуются особенно. Сольный концерт в «Орле» первый. В программе «Верую и люблю» 17 композиций. Сегодня будет представлена наша основная программа православной тематики, авторская программа, которую мы обычно играем в других городах, такие как Санкт-Петербург, Москва, ну и остальных. И впервые, наконец-то, нам представилась такая возможность сыграть ее для наших родных зрителей. Пустой зал наполняется людьми. Такого количества зрителей Орловская филармония не видела давно. Всех желающих зал не вместил. Православная программа орловских казачек равнодушными не оставила никого. Их песни – «Ода Богу и России». С именем Твоим, Богородица, рожаем детей и молим о мире. С именем Твоим, Богородица, грешный сердцем мы к Богу взываем. Их песни пронизаны светлой грустью, любовью к жизни и ближним от первой до последней ноты. В жизни обеих певиц были непростые моменты – и бытовые проблемы, и утрата близкого человека. Своему сыну, который теперь ангел, Наташа посвящает песни. Наташу и Лену уже ждут в Воронеже и Дубне. Там пройдут православные фестивали. Орловские казачки будут на них гостями. А для орловчан девушки готовят новые проекты. Надеемся, что все-таки мы эту программу, думаю, что повторим в феврале месяце. В декабре мы планируем еще один концерт, но уже с другой, с новой программой. Она будет более веселая, более фолковая. То есть, новогодняя. Да, более новогодняя программа. Татьяна Суворова и Владислав Гапеев для программы «Оперативный эфир».